Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Realme 12, и сейчас я покажу вам, как перейти в режим рекавери. Итак, для начала мы зажимаем кнопочку питания и увеличения громкости и выбираем выключить питание. Отключаем наш телефон. И после его полного отключения зажимаем кнопочку питания и уменьшения громкости. После появления логотипа можем отпустить кнопочки. Далее выбираем английский, попадаем в режим recovery. А чтобы из него выйти, нажимаем reboot device, нажимаем ОК. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.